Здравствуйте! В этом обзоре я расскажу об ударной дрели Bord BSM650UQ. Это инструмент мощностью 650 Вт с широким функционалом. С его помощью можно сверлить кирпич и даже легкий бетон, а можно работать с крепежом. В зависимости от задач предусмотрено два режима – ударный и безударный. Скорость плавно регулируется в диапазоне от 0 до 3000 оборотов в минуту. Есть фиксатор выключателя для продолжительной работы. Быстрозажимной патрон ускоряет замену оснастки. На рукоятке есть эластичные накладки для комфортного хвата. В комплекте запас щеток, глубиномер и боковая рукоятка.